Это новый режим, командная оборона, где один человек должен захватить флаг, а соответственно команда его оборонять, и за это получать более больше очков за убийство. Сейчас такая глупая смерть была у чувака. Классно меня возродили, ничего не скажешь. Я думал, это враг, это друг, это враг, это друг. Это враг, это друг. О, естественно, давайте перед двумя врагами меня возрождать. Я присоединился в середине, и, естественно, я присоединился к говёной команде. Почему я сейчас перестал стрелять, я абсолютно не знаю. Потому что я кривой идиот. Наверное. Ну что я сделаю? Где моя команда? Где... Вау, он джиггернаут, окей. Он джиггернаут, он джиггернаут. У них джиггернаут. Молодцы. Где тут была мина? Алло, гараж. А все, взорвалось. Идиот. Я тоже идиот. Быстро все закончилось. Ну не будь джиггернаут, я ничего не мог сделать. Надо того человека убить и забрать флаг у него. Ты тупой задрот, чувак! Тебе нужно сходить, не знаю, в спортзал. Не знаю, может быть, перестать быть полным дебилом. Я не понимаю просто тех людей, которые гордятся тем, что они во что-то играют лучше других. Это же просто... не знаю. Это же просто... Это же просто ничто. Вот так. Надо у этих людей спрашивать, как ваше ничего? Как ты там сегодня никак поиграл в Call of Duty? Чтобы они обижались и шли грызть бетон. Продолжаем сливать все, что можно, проигрывать. Быть нубом. I will kill ya! Kill ya! Алло! Алло! Все, меня завел свипер, давай, задрот, давай! Я не знаю, какой это престиж, но, наверное, уже 10-й у него. Алло! Я могу просто с ним сбегать, меня не убьют, он всех покосит, я считаю. Вау. Он какой-то удачливый был. Я был его талисманом, ангелом-хранителем. Убили меня, а не его. Это было мое предназначение. Может, возьмем флаг? Это как бы будет круто. А, естественно, не возьмем. Окей. Я не могу двигаться. Давай. Сзади, окей. Team, сзади. Come on. Сзади никто не прикрывает. Yeah, мы побеждаем. Победа! Stay inside. Fuck you, stupid американец. Зря я встал. Hi, come inside, help me. А, я просто Fuck. Не могу. У меня это... Team. It's a team defender. Hello, hello, blubado. Stay inside. Wow, wow.
1-4. Я должен реабилитироваться, я должен показать супер-класс. Кого-то там убить надо. Я! Ну я ничего не могу сделать, тут и глючит, и слеповуха, и... не знаю. Все, все вместе слилось воедино. Все смешалось в доме BWLNR. Wait, come door with me. У меня опять все глючит. Wait. Охереть так! Вы посмотрите! Как он так быстро передвигается? Он сел, быстро прицелил. Окей, забили. Вот. Меня снова кидает. Ну, я не могу. Даже статистика появляется поздно. Да чё мне так везет-то? Так, надо обойти. Естественно, он вызовет авиаудар, когда у меня 1-6. Хотя у всех остальных не лучше, хотя ладно, их я хуже всех. Кто? Что? За сзади, да сколько можно? Сзади только что наши были. Уже не наши. А, окей, они внутри. Противник вызвал авиаудар. Ладно, я хоть под авиаудар не попадусь, наверное. Противник потерял флаг. Окей, наконец-то. Я задолбал этот немощный боец, да он не может бежать быстрее, что ли? Что такое? Даже я. 30 ган, 40 килограммовый. Карлик, бегаю быстрее. Окей, да хоть вызывайся. Откуда? Откуда он стрелял? Look out, it's coming! Фу, удержали эту дверь. Так, свои. Да я корявый, я знаю. А, у меня боеприпасы кончились! Как не вовремя, а? Окей. Конечно, возрождать меня спиной к врагу, это очень великолепно. Не успел я второго убить. Опять в чем-то застрял. Люблю застревать в чем. Так, у нас есть беспилотник, нет? Есть. Неа! Все трясет. Как? Каким макаром? Я был в здании. Пошли вы в жопу. Это что за ударная вала? Сзади, сзади. Каким макаром? Я только что сзади никого не было. Спасибо тебе, твою мать, игра. Сзади. Сейчас подойдет. Яйца тебе! Скотина! Все, то есть, где они все? Они еще все там? Я бегу в неправильном направлении, окей. Мы оставили флаг на посольстве Мозамбика без охраны. Что нам делать? Съешьте его. Съешьте его. В Мозамбике нет еды. Вы должны съесть флаг. Кто стреляет? Я захватил флаг. Это... главная цель моей жизни. Я только что убил Джиггернаута, я крут. Это как гречка в масле. А, это было снаряжение? Ага, окей. Я думал, я в кого-то попал. Во что я попал? Ну, сзади, окей. 7-12.
Вчера я даже сделал пару раз плюс. Хотя в целом я, конечно, сливал. Не. Где? О фак, о фак, о фак, о фак, о фак! Блин, кто вообще это придумал? Это разве интересно? Вот это вот говно. Я не попал? Окей. Значит, там еще и есть заградительные огни, или как оно называется? Я даже не знаю, как пройти туда, чтобы не попасть под... под этот вот... под авиацию. Окей. Классно, кто-то подал. Тюткаем. Классная посылка, вообще офигительная, чуваки. Молодцы. Восемь три на. Yeah, good game, team, good game. Good game. Нет, не good game для меня. А, у них был 5-21. Ну ладно, я хоть не сливаю. Нет, я сливаю. Я все сливаю. Какая разница? Ух ты! Ух ты! Куда ты екаешь, обезьяна? Я просто не могу. Юмор у наших, конечно же.